Поскольку курорт Анапа является городом воинской славы, было бы логично назвать в честь героя, например, Дмитрия Семеновича Калинина. Его подвиг знают и изучают в школах. В свой пример я бы, наверное, привела Ивана Голубца, потому что у нас в его честь в Анапе названа целая улица, на которой располагается Институт береговой охраны. И, мне кажется, достаточно такой значимый человек в истории Анапы. У меня на примете есть честь Дмитрия Калинина назвать, герой Советского Союза. Он очень популярный. Аэропорт надо назвать в честь какого-то героя, но это должно быть всенародное обсуждение.